Мне бы очень просто хотелось немножко развеять маму, достать ей какое-то удовольствие от обыденной жизни. Человек практически немножко ограничил себя, то есть в силу своей болезни не может выходить на улицу часто. А здесь и общение какое-то, и даже потанцевали хорошо. Здесь очень комфортная, дружественная обстановка, и мы здесь как добрые соседи, которые друг друга знают уже много лет. Наша цель как раз в том, чтобы донести информацию о деменции, о первых признаках до общества и о том, как важно на первых этапах помочь человеку. В программу нашего фонда входит как раз с отдельным блоком «Альцгеймер-кафе». У меня заболела мама, и на своей личной истории я поняла, как это сложно найти человека, которому ты можешь доверить своего близкого. Я начала заниматься именно предоставлением помощи больным и пожилым людям. Наверное, стоит как-то свыкнуться с этим. Ну и стараться помочь преодолевать все трудности. То есть быть рядом с человеком, которому нелегко. Уникальная возможность для людей с деменцией, их родственников, почувствовать себя востребованными, счастливыми, иметь возможность петь, танцевать, общаться, ну и вести вот такую жизнь, как раньше они вели, когда еще были здоровы, более молодыми. То есть вот те моменты счастья получать от жизни, которых сейчас они очень многие, к сожалению, лишены. Буду рада видеть еще. Приходите.